Не знаю, будет видно, не видно. Всем привет. Вон цесарки мои на улицу убегает. Видно, не видно, но вон стоит наш большой. Всем привет. Бычок. Да? Небольшой ему. Наверное, года еще нет. Нету. Да? Красавец. Самого большого мы убрали, вон он. Такие вот есть. Не особо мне понравился с большого выхода. Это тоже не особо показатель по мясу. А показать, для чего это все видео снимаешь. Прибавление. О, два сидят. Мелочь. Привет. Ну таких взял двух. Якобы месячные они, но мелковатые они, конечно. Большой ажиотаж и спрос, искал долго по объявлениям, и быстро все эти телята уходят. Да? Ну, ты крикливый-то, вставай, покричи что-нибудь. Ну вот, ладно, этот посветлей, сейчас расскажу. Брал я их почти месячные они, то есть по, как хозяин говорит, по 12 500 просили, по 13 там скинули за двоих, в общем, за 25 000 я обоих забрал. На телят спрос, на бычков забирают быстро, то есть только объявления 2-3 дня, если несколько есть бычков, их как бы забирают. И вот решил маленько увеличить свое поголовье по бычкам. Я говорил уже, большого мы убрали. Не очень по мясу он вышел. Полтора давал, что-то там около 250, наверное, мясом. Так примерно вышел он. Почему не очень доволен? Потому что и большие показатели у меня были. Держал я. Но он, по-моему, какой-то Костромская, так он рыженький был. Это черно-пестрая, тоже не особо мясная порода. Ну, до осени я думаю, что этого еще буду держать. Так, чтобы он был. Этого я брал в Старицком районе. Деревня, блин, забыл, как она. Коренично, не помню, то есть деревушка, я его поменял на три или четыре яркие ему отдал. Так что вот так. Так, чтобы маленько на свет вышли, посмотреть, какие они совсем мелкие. Я не знаю, вроде как больше брал я, или я уже отвык, не помню, как, какой большие, какие мелкие. Ну, вот таких вот еще. Пока черно-пестрые. Значит, буду косить сено. Может, еще парочку удастся взять. А так, вон, лежит там. Не видно этот. Вышел мой. В общем, цены на них растут. На овец не растут. А на этих растут. Сегодня у нас 15 апреля. Так, для себя хоть и видео. Такой брыкастый он. Вот этот похож на бычка. Тот такой, во-во. Ногой бьет. Не видишь? Нет? Во-во, смотри. Бим, Бим. Сейчас Бим его пугает. А второй тоже интересно вышел. Два мелких стоят, смотрят. Ну, в общем, вот такое вот у нас прибавление. Будем растить. Да, красавец. Этот похож даже на того окрас. Видишь, фонари черные такие же. А морда вся белая.
Ну, если тут ты полностью черный, а это... Ага. Ну ладно, все. Так что будем следить. Что по вот. Таким выпаиваю их. ЦСМ, это как он? Сейчас как, что-то они поменяли. Кармелак стал у них. 25 килограмм. Разбавляем сразу теплый. И поем. Но этот фокус в чем? Что, блин, мешок 2150 что ли стоит. Такой фигни, так что не особо раскормишь всех. Так что как.